Уважаемые коллеги, добрый день. Мы приветствуем вас в студии Ассоциации врачей первичного звена «Сирано», которая вместе с Российской медицинской академией непрерывного профессионального образования проводит целую серию образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации врачей различных специальностей. И нам, мне, Заплатникову Андрею Леонидовичу и Александру Анатольевичу Дементьеву, поручено проведение вебинаров по теме неонатология, поскольку мы являемся сотрудниками кафедры неонатологии имени профессора Виктора Васильевича Гаврюшова Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. И сегодняшняя тема наша является продолжением предшествующего вебинара, который мы проводили, посвящая практически весь разговор о необходимости коррекции нарушений гемодинамики у детей неонатального периода в тех либо иных критических ситуациях. А сегодня я хочу, чтобы Александр Анатольевич перешел уже к конкретным рекомендациям по медикаментозной поддержке системы гемодинамики в условиях интенсивной терапии, а это очень важно, что это не только детки, которые нуждаются в реанимационных, но и в терапевтических воздействиях, в блоке интенсивной терапии, в отделении, допустим. Да? И я предоставляю слово доценту, кандидату медицинских наук, заведующему учебной части кафедры неонатологии имени Виктора Васильевича Гаврюшова Александру Анатольевичу Дементьеву. Александр Анатольевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, давайте мы тогда, наверное, начнем с главного, из препаратов, которые применяется и в реанимации интенсивной терапии. Притом, подчеркну, я уже вот эти вещи упоминал, этот препарат более эффективен у глубоко недоношенных детей. То есть речь идет пока об адреналине. Да, адреналине. То есть это, естественно, катехоламин или гормон, который вырабатывается мозговым веществом надпочечников. Мало этого, он, естественно, образуется в СИМС, он улучшает проведение нервного импульса. Вопрос только лишь в одном. Он вырабатывается из тирозина, то есть из аминной кислоты, вырабатывается в организме. И его количество очень высоко бывает в стрессовых ситуациях. То есть это гормон страха или гормон стресса, по-другому его называют. Что можно сказать по поводу адреналина? Его точка приложения. Он воздействует прежде всего на адреналовые рецепторы. Это альфа-рецепторы и бета-рецепторы. За счет воздействия на данные рецепторы, что получается? За счет воздействия на бета-рецептор он улучшает сердечный выброс. Это первый момент, который существует. Мало этого, преимущество он все-таки в большей степени воздействует на альфа-рецепторы. И за счет воздействия на альфа-рецепторов он резко повышает периферическое сопротивление, и таким образом, собственно говоря, он повышает диастолическое давление, повышает тонус сосудов. Александр Ильич, у адреналина есть ли дозозависимый эффект? Или нет необходимости менять дозы? По большому счету там играются дозы, потому что это тоже немножко дозозависимый препарат на самом деле. Можно будет воздействовать преимущественно на бета-1, бета-2 рецепторы, но это минимальная доза, которая колеблется от 0,02 до 0,08 микрограмма на килограмм в минуту. То есть за счет воздействия на бета-2 рецепторы мы увеличиваем сердечный выброс и добываемся умеренной вазодилатации. Но есть один момент. Эта доза, собственно говоря, по большому счету, учитывая достаточно большое количество побочных эффектов от применения, активного применения адреналина, эти эффекты, эффекты адреналина мы можем, собственно говоря, воссоздать благодаря применению других кардиотонических препаратов, в частности, допамина и добутрекса в этой ситуации. Поэтому и получается, что в основном адреналин мы используем для повышения артериального давления и повышения частоты сердечных сокращений. Притом есть еще одна особенность адреналина, на которую имеет смысл обращать внимание. И это тоже достаточно важно. Особенно это касается глубоко недоношенных детей. Адреналин вызывает спазм сосудов кишечных, то есть сосудов брыжейки, кожи слизистых на самом деле. Он уменьшает, естественно, кровоснабжение в почках, но при этом он улучшает кровоснабжение в головном мозге. Он расширяет сосуды головного мозга. То есть это один из значимых моментов, почему для недоношенных
Да, можно использовать, адреналин в критических непосредственно ситуациях. Да. И все-таки основная доза, к которой приходится прибегать при работе с адреналином, все-таки это препарат, который в большей степени применяется в отделениях реанимации интенсивной терапии, а не неонатолог. Метадоза порядка 2 микрограмм на килограмм в минуту, собственно говоря. Александр Анатольевич, поскольку официальный препарат выпускается в 0,1% растворе, расскажите, пожалуйста, как технически подготовить то, что называется раствор, для введения, готовый уже для введения? Ну, вы знаете, существует, как бы, очень приятный есть момент. Существует универсальная, в принципе, формула для расчета любого кардиотонического препарата, который применяется в периоде новорожденности. Мы берем дозу, которую хотим ввести непосредственно ребенку. Эта доза меряется. Допустим, здесь по адреналину 2 микрограмма на килограмм в минуту. 2 микрограмма на килограмм в минуту. Это доза, которая сейчас указана у вас на слайде. Доза, конкретная доза. Что с ней дальше? Какой мы расчет дальше? Мы умножаем эту дозу на массу тела ребенка в килограммах и умножаем на пресловутый коэффициент 1440. Что из себя представляет данный коэффициент? Это количество минут в сутках, то есть 24 умножить на 60. И произведение данных составляющих делится на концентрацию адреналина в микрограммах в миллилитре. То есть получается это 1000 микрограмм. 0,1% раствор адреналина, который в официальном растворе содержится, содержит 1000 микрограмм. То есть вот отсюда это расчетная формула. Да, отсюда это расчетная формула. И дальше мы получаем, что мы дальше делаем на самом деле? Значит, это в миллилитрах. Это мы вычитали в миллилитрах. Что дальше с этим объемом? Мы получаем суточную дозу адреналина в миллилитрах. Так. Для того, чтобы его можно было вводить через инфузионный насос, при этом, еще раз подчеркиваю, уважаемые коллеги, для всех кардиотонических препаратов должна быть периферические, ну, не должны использовать только центральные сосуды, будем так говорить. Центральная вена в этой ситуации. В этой ситуации. Притом мы берем и эту дозу адреналина, которую мы получили благодаря формуле в миллилитрах, разводим физраствором до 12 или 24 миллилитров. И это зависит от того, какой скоростью мы будем вводить адреналин. Да. То есть, получается, если мы развели в 12 миллилитрах, при скорости 0,5 миллилитров в час инфузионной терапии, мы получаем ту дозу, которую мы хотели получить. За всю суточную инфузию. А если мы взяли 24 миллилитра, то есть развили до 24 миллилитров, то при скорости 1 миллилитр в час мы получаем соответствующую дозу на самом деле в данной ситуации. Но опять-таки, чем хороша данная формула? Мы, меняя скорость инфузионной терапии, можем менять дозу адреналина. К великому сожалению, увеличивая. Основном. Если нет эффекта, мы можем увеличивать скорость. Но опять-таки здесь есть еще один вариант. Но это вот то, что касается в основном применения адреналина. Есть более эффективный препарат для повышения артериального давления. Но он применяется, еще раз подчеркиваю, только в отделениях реанимации интенсивной терапии и только в критическом состоянии для новорожденного ребенка. Это так называемый норадреналин, который сам по себе является предшественником адреналина. По большому счету он образуется из дофамина, там, связанным с аскорбиновой кислотой. Ну, суть не в этом. То есть это нейромедиатор, который в основном обеспечивает передачу нервного импульса в адренергических синапсах. Самая главная точка его приложения. Он действует исключительно на так называемые альфа-рецепторы. Таким образом, он стойко повышает и резко повышает артериальное давление и повышает периферическое сопротивление, так как он дает непосредственно выраженный вазоконстрикторный или вазопрессорный эффект. То есть он является выраженным вазопрессором. При этом, самое удивительное, он эффективно повышает и периферическое сопротивление, и артериальное давление, но при этом практически не влияет на сердечный выброс. То есть
он эффективен будет в том случае, если сердечная деятельность более или менее адекватна. Значит, если речь идет о снижении среднего артериального давления, но это не обусловлено сердечной недостаточностью, тяжелой патологией сердца, да, то тогда препаратом выбора может быть норадреналин. Понятно. Да. Понятно. Потому что он воздействует, но еще раз подчеркиваю, он преимущественно воздействует на альфа-рецепторы. Да. Таким образом, повышает, естественно, артериальное давление, повышает в этой ситуации, в принципе, частоту сокращения за счет повышения давления. Ну, то есть, такой вот замечательный препарат. Его тоже надо каким-то образом разводить. Если можно, подробно осветите вот эту тему, техническое применение, то есть, технические вопросы для использования норадреналина. Ну, дозировка его колеблется от 0,05 до 1 микрограмма на килограмм в минуту. На самом деле, в данной ситуации, опять-таки, у нас есть стандартный раствор норадреналина, это 0,2% раствор. А формула, я вам уже говорил, так называемую универсальную формулу. Мы используем ту же формулу. Абсолютно используем ту же форму, то есть, мы берем дозу, которую необходимо ввести ребенку в микрограммах на килограмм в минуту, умножаем на массу тела в килограммах, умножаем на тот же самый коэффициент 1440, но разводим не на 1000, а на 2000, потому что используется 0,2% раствор. То есть в миллилитре 2000 микрограмм содержится. И, следовательно, дальше, в зависимости от того, с какой скоростью мы будем растворяем полученный объем либо на 12 мл, либо на 24 мл физиологического раствора. Как вам будет непосредственно понятно. Удобно. И, наконец, ситуации. Подходим к препаратам, в основе которых лежит дофамин. Да. Такие препараты, как допамин, добутрекс. Вот. Что хотелось бы сразу сказать. Данные препараты, в общем-то, достаточно активно используются и, если так можно сказать, в рутинной интенсивной терапии. В отличие от адреналина и норадреналина. То есть, они имеют более широкое хождение. И первый препарат, который мы достаточно активно используем, это дофамин, который также образуется из тирозина. И он является предшественником и норадреналина, и адреналина. То есть, по большому счету, он выполняет и гормональную частично функцию, и является нейромедиатором. Что можно сказать по поводу этого препарата? Учитывая, что он предшественник адреналина и норадреналина, он может воздействовать на так называемые адреналовые рецепторы. Но для дофамина есть своя точка приложения, так называемые дельта-рецепторы. По большому счету, это единственный из кардиотонических препаратов, эффекты которого зависят от той дозы, которую мы активно применяем в нашей практике. Ну и, наверное, пожалуй, самая частая доза, которую мы применяем у ребенка для восстановления микроциркуляции и адекватного диуреза, это доза от 2 до 5 микрограмм на килограмм в минуту. По одной простой причине. Это доза, которая воздействует только на так называемые дофаминовые или дельта-рецепторы. Благодаря данной дозе, что у нас получается? Мы улучшаем и почечный, и мезентериальный кровоток. И за счет этого, во-первых, мы восстанавливаем микроциркуляцию, может уйти так называемый симптом бледного пятна. Мы добиваемся диуреза. И мы добиваемся адекватного среднего давления. Мало этого, в принципе, благодаря тому, что мы восстанавливаем мезентериальный кровоток, это может восстановить кровоснабжение в кишечной стенке. И таким образом может предотвратить развитие некритического энтероколита. Александр, значит, принципиально важное положение, что вот эти низкие дозы до 5 микрограмм на килограмм в минуту позволяют преимущественно активировать на дофаминовые рецепторы. Да. Следовательно, мы не влияем на частоту сердечных сокращений, на общее периферическое сопротивление. Мы не поднимаем артериальное давление. Не поднимаем. Понятно. В спасибо. Этой ситуации. Спасибо. Вторая доза. В принципе, условно, это доза от 5 до 10 микрограмм на килограмм в минуту. К великому сожалению, в чем уже недостаток этой дозы? Хотя кто-то говорит, что эти эффекты возникают при дозировке от 7 до 10 микрограмм на килограмм в минуту. И воздействие на дофаминовые рецепторы сохраняется, но, к величайшему сожалению, в этой ситуации эта доза начинает действовать на бета-адреналовые рецепторы и на бета-1, и бета-2. Что это нам по большому
большому счету дает. В этом случае у нас увеличивается частота сердечных сокращений, улучшается сердечный выброс, но снижается периферическое сопротивление на самом деле. То есть мы можем поднять немножко артериальное давление только лишь за счет частоты сердечных сокращений, то есть за счет сократительной способности миокарда в данной ситуации. А это не всегда выгодно, к великому сожалению. Особенно если мы сталкиваемся с какой-то транзиторной дисфункцией миокарда. Ну и, наверное, последняя доза, с которой приходится работать, но это уже должно быть очень тяжелое состояние новорожденного ребенка. Это так называемая доза от 10, более 10 микрограмм на килограмм в минуту. Ну, 10, максимум 20 микрограмм на килограмм в минуту, потому что после 20 рекомендуют переходить на более серьезные кардиотонические препараты. Если мы будем говорить о дозе больше 10 микрограмм на килограмм в минуту, к величайшему сожалению, препарат начинает действовать на так называемые альфа-рецепторы. И таким образом мы повышаем артериальное давление за счет повышение тонуса сосудов и повышение периферического сопротивления. К величайшему сожалению, мы повышаем артериальное давление, улучшаем периферическое сопротивление, но при этом микроциркуляция начинает страдать, а в ряде случаев включаются так называемые артериолы-венулярные шунты в этой ситуации. Поэтому это вот недостатки, которые существуют. И я бы рекомендовал, если ребенку требуется доза больше 10 микрограмм на килограмм в минуту, переходить на другую кардиотоническую поддержку. Либо же сочетать применение данного кардиотоника с другими медикаментозными кардиотоническими препаратами. То есть наша доза идеально это 5, но предел 7. 5-7 микрограмм на килограмм в минуту. Это оптимальный на самом деле Александр вариант. Александр Ильич, ну и естественно вопрос технический, опять-таки я к нему возвращаюсь, учитывая, что разные есть концентрации препарата допамин. Как нам рассчитать тогда дозу? Ну, вы знаете, уважаемые коллеги, в настоящее время используются в неонатальной практике два варианта допамина. Вернее всего, допамин-то он один сам по себе, но разная концентрация. Наш самый распространенный – это 0,5% раствор допамина. И тогда в 1 мл данного допамина содержится 5000 микрограмм. И есть 4% раствор допамина, в основном это все-таки для взрослых. Но, тем не менее, иногда он в нашей неонатальной практике встречается. И в этой ситуации в 1 мл 4% допамина содержится 40 тысяч микрограмм в 1 мл. Формула для расчета, к величайшему счастью, она абсолютно такая же, как и формула для расчета других кардиотонических препаратов. Масса в килограммах, умноженная на дозу в микрограмм на килограмм в минуту, которая нам нужна для работы, наш с вами любимый коэффициент 1440, и делим на концентрацию. Если мы используем допамин, либо зависит от концентрации на 5000, либо на 40 тысяч. Понятно. Также мы разводим данный препарат непосредственно в физрастворе в 12 или 24 миллилитрах. Ну, естественно, в зависимости от скорости мы имеем тот или иной эффект его применения. Понятно. Значит, мы с вами разобрали сейчас основные вазоактивные лекарственные средства, которые могут использоваться в интенсивной терапии при наличии нарушений микроциркуляции, гемодинамики. Кроме этого, следует обязательно подчеркнуть, что дофамин как естественный биологически активный гормон в лекарственном выражении выпускается в двух видах – препарат допамин и препарат добутамин. Чем отличается допамин от добутамина? Да. То, что касается добутамина, это тоже, собственно говоря, лекарственное средство, тоже является кардиотоником, влияющим на сердечную деятельность. Но у него есть одна очень замечательная особенность. Добутамин воздействует исключительно только на бета-1 адреналовый рецептор. То есть он преимущественно действует на сердце. То есть его можно рассматривать как, ну, относительно как кардиотоник в большей степени, да. чем вазотоник. Кардиотонический препарат, который нам дает прежде всего очень хороший инотропный эффект.
и частично хронотропный эффект. То есть он увеличивает сократительную способность миокарда, он увеличивает частоту сердечных сокращений. А значит, минутный объем. Да, и улучшает таким образом сердечный выброс. За счет этого он может повышать артериальное давление. То есть преимущество он будет повышать так называемое систолическое артериальное давление, в отличие от вазотоников, если так можно сказать. Помимо этого, он может снижать, естественно, легочное сопротивление в этой ситуации. Ну и частично за счет, он может еще выдавать дилатацию сосудов, потому что небольшое количество их располагается в артериолах. Но это вопрос очень спорный на самом деле, который существует. Основной эффект, который дает добутамин, это улучшение силы и частоты сердечных сокращений и улучшение проводимости в проводящей системе сердца. Это его основная точка приложения. Что можно еще сказать на самом деле в данной ситуации? То есть, по большому счету, у нас сразу получается, что это препарат, который эффективно должен работать у детей с сердечной дисфункцией на самом деле. Тогда, когда объем циркулирующей крови нормальный, когда нам не нужно влиять особо на сосудистое звено, а в большей степени гемодинамические нарушения обусловлены сердечной недостаточностью. Но тут еще один есть момент, который существует. Для того, чтобы мы имели полное право использовать добутамин в полной дозировке, которую мы хотим использовать, и добиться соответствующего эффекта, должен быть нормальный объем циркулирующей крови. То есть наша задача в первую очередь восстановить объем циркулирующей крови, а потом уже назначать препараты, которые непосредственно воздействуют на сердце. Мало, то есть мы имеем полное право в своей работе сочетать добутамин с допамином по одной простой причине. То есть, и тогда мы как бы добиваемся сразу нескольких эффектов. Преимущественное воздействие на разные звенья. В зависимости от дозировки мы имеем полное право, то есть, повысить артериальное давление добутамином за счет воздействия на сократительную способность миокарда и одновременно, чтобы улучшить микроциркуляцию, мы можем применять допамин в нашей любимой терапевтической дозировке. То есть до 7 микрограмм, до 7 микрограмм на килограмм в минуту. Тем самым уменьшая сопротивление сосудов и улучшая перфузию, микроциркуляцию. Да. Притом, все-таки, если ребенку проводится интенсивная терапия, целесообразно начинать эту терапию с инфузионной терапии в комбинации с допамином, если мы не видим эффекта и нам требуется повышение давления и улучшение сократительной способности миокарда, мы после этого только подключаем, естественно, добутамин. Мало этого, при назначении добутамина целесообразно уменьшить дозу допамина как минимум в два раза на самом деле, чтобы не добиться выраженного воздействия не только на дельта-рецепторы, но и, к великому сожалению, на адреналовые рецепторы. Если говорить о дозе, ну, стандартная доза, целесообразность, которую применять, это порядка 5 микрограмм на килограмм в минуту. В рекомендации есть и до 20 микрограмм на килограмм в минуту повышать дозу. Но эти препараты в такой дозировке должны использоваться в основном все-таки в отделении реанимации. Опять-таки, у нас существует стандартная доза, извините, стандартная концентрация добутамина. Это 1,25%. И для расчета дозы добутамина, которую мы будем непосредственно использовать, что мы делаем? Мы берем нашу дозу, ну, допустим, те же самые 5 микрограмм на килограмм в минуту, умножаем на массу в килограммах, на наш любимый коэффициент 1440 и делим на 12500, это доза в микрограммах добутамина в 1 миллилитре. На самом деле. И получается соответствующая доза в миллилитрах, которую мы также разводим до 12 или до 24 миллилитров. И используем в своей работе. Вот основные препараты, которые непосредственно у нас используются в данной ситуации. То есть тактика приблизительно ясна. То есть мы должны начинать нашу интенсивную терапию, ну, если она направлена на восстановление гемодинамики и микроциркуляции. Это инфузионная терапия в комбинации с допамином в минимальной дозировке, если так можно сказать. При отсутствии эффекта мы должны подключать добутамин на самом деле. Если отсутствует эффект добутамина, мы имеем полное право в данной ситуации подключить адреналин или норадреналин. Но при
таком нестабильном артериальном давлении ребенок, особенно это касается среднего артериального давления, потому что, условно говоря, считается, что если у доношенного ребенка среднее артериальное давление менее 35 сантиметров, то в этой ситуации мозговой кровоток практически равен нулю, и ребенок считается нетранспортабельным на самом деле. То есть существует высочайший риск возникновения внутричерепного кровоизлияния, будем так говорить. Это основная тактика ведения из тех вещей, которые существуют. Александр Анатольевич, ну вы достаточно подробно сегодня осветили все нюансы назначения этой группы лекарственных препаратов для поддержания гемодинамики. Но остался один еще вид, непосредственно в предыдущие десятилетия активно использовавшийся, это все-таки применение сердечных гликозидов. Какая их роль на сегодняшний день и должны ли они по-прежнему оставаться в арсенале врача-неонатолога в условиях интенсивной терапии? Уважаемые коллеги, вы прекрасно понимаете, от сердечных гликозидов, я боюсь, в ближайшие десятилетия нам никогда не отказаться. По одной простой причине. Потому что сердечные гликозиды – это препараты выбора для лечения сердечной недостаточности. В том числе, к сожалению, и у маленького ребенка. То, что касается применения сердечных гликозидов, но чаще всего все-таки у нас применяется это дигоксин. Что можно сказать по поводу него? Это кардиотоническое средство, потому что оно может влиять на силу и частоту сердечных сокращений. Мало этого, сердечные гликозиды являются и антиаритмическим средством. То есть вопрос заключается только лишь в одном. Задача основная применения сердечных гликозидов – это увеличение силы сердечного сокращения. То есть мы увеличиваем сердечный выброс и увеличиваем ударный объем. При этом частота сердечных сокращений снижается, что у нас выгодно, и этим проявляется его антиаритмический эффект. Ну и, пожалуй, самое главное из того, что существует, несмотря на то, что увеличивается сердечный выброс, сила сердечного сокращения, потребность в кислороде не увеличивается. Не увеличивается. В этом самый, наверное, большой положительный эффект, который существует. Да. Вот. Это вот то, что касается применения сердечного гликозида. Сердечных гликозидов, в частности, дигоксина. И достаточно часто, если мы будем говорить о дозировках, в практике неонатальной мы не начинаем с дозы насыщения, а можем сразу начинать с поддерживающей дозы. И это бывает иногда достаточно эффективно, на самом деле, в данной ситуации. Но что можно сказать по поводу, собственно говоря, недостатков? То есть применение сердечного гликозида требует обязательного контроля частоты сердечных сокращений. Ну и назначать мы не имеем права при брадикардии, при нарушении проводимости сердца. Да, и обязательно мониторировать ЧСС и ЭКГ, поскольку первые симптомы, а дозы очень индивидуально, даже поддерживающие дозы могут дать нарушение проводимости и более выраженный хронотропный эффект с брадикардией. Это недопустимо. Контроль, мониторинг за этими состояниями обязательно. Да. Но опять-таки это только лишь по витальным показаниям, когда мы не видим эффекта от нашей традиционной непосредственной терапии. Мало этого, когда собственно говоря, снижение среднего артериального давления и систолического сопровождается выраженной тахикардией. Вот тогда целесообразно все-таки попытаться применять сердечные гликозиды. Ну и желательно все-таки перед их применением, когда вы не уверены в их применении, провести консультацию хотя бы по телефону с кардиологом, чтобы у нас было официальное разрешение. Ну вот, собственно говоря, наверное, и все кардиотонические препараты, которые мы применяем. Иногда в качестве кардиотоника дополнительно может быть использованы препараты кальция. Но есть не очень приятные моменты от раннего использования препаратов кальция. Во-первых, кальций уменьшает эффективность катехоламинов, на самом деле снижает их секрецию. Помимо этого, доказано, что препараты кальция в условиях гипоксии и асфиксии оказывают повреждающий эффект гипоксии или асфиксии на миокард и на почечную паренхиму. Поэтому я бы рекомендовал так, в первые, особенно вторые сутки жизни, очень аккуратно обходиться с данным препаратом и по большому счету его применять только в том случае, добавлять в инфузионную терапию, когда у вас есть доказанная гипокальциемия.
Александр Ильич, я еще добавлю, наверное, здесь. Если назначаются препараты гликозидного ряда, дигоксин, то кальций вообще противопоказан, поскольку он усиливает токсические эффекты. Об этом тоже следует помнить. Ну вот, пожалуй, в конспективном варианте очень сложная тема, может быть, к финишу сейчас подходит. Уважаемые коллеги, напоминаю, что эти два вебинара были посвящены гемодинамическим нарушениям, их купированию в условиях интенсивной терапии у новорожденных детей. И особое место в наших разборах, в нашем диалоге Александр Анатольевич уделил препаратам, которые влияют либо непосредственно на сердечную деятельность, на кардиотоники, либо влияют на сосудистый фрагмент гемодинамической системы. Вазопрессоры, вазодилататоры. И я надеюсь, что для практической вашей деятельности сегодняшний вебинар, эта серия вебинаров будет полезна. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня вебинар проводил доцент кафедры неонатологии имени Виктора Васильевича Гаврешова, кандидат медицинских наук, зав. Учебной частью этой кафедры Дементьев Александр Анатольевич. И в качестве ведущего выступал Заплатников Андрей Леонидович. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, в электронном виде передавайте, и мы с помощью наших партнеров Ассоциации врачей первичного звена «Сирано» постараемся на эти вопросы ответить и в качестве обратного письма на ваши электронные адреса отправить. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.